Вы знаете, я вот живу в центре Москвы, недалеко от Болотной набережной. Но я вот, честно сказать, ни разу не видел ни маршей никаких, ни шума, ни пыли, ничего. И по мне бы работайте, веселитесь, радуйтесь, что в стране такой свободной живете. Какие марши, куда идти? О чем речь вообще? Я не видел, не понимаю даже, о чем разговор идет. Не встречался даже, какие марши в современном мире живем, куда